благоприятный день для общения. Даже очень разные по характеру люди могут поладить, договориться о совместных действиях. Вероятно, начало деловых и дружеских отношений, которые вскоре примут серьезный характер и принесут немало пользы. Не исключены и романтические увлечения. Стоит особенно внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции. Они всегда точны. Во второй половине недели могут появиться идеи, реализация которых положит начало большим переменам к лучшему. Станет ясно, как решить проблемы, в последнее время беспокоившие всех. Овен, день начинается хорошо. Постарайтесь провести утро максимально плодотворно, именно в это время можно добиться отличных результатов во многих делах, в том числе самых сложных. Вам отлично дается то, с чем не справились другие. Если вам потребуется чья-то поддержка, вы получите ее без труда. Но и в одиночку можно добиться многого. Вторая половина дня проходит более спокойно. Она подходит для того, чтобы вернуться к задуманному раньше, завершить какие-то старые дела. Будет и возможность хорошо отдохнуть. Телец, беспокойный и очень интересный день. У вас многое получается хорошо. Можно браться за совершенно новые дела, удается быстро разобраться в том, о чем вы прежде имели лишь приблизительное представление. Не все решения удачны, но интуиция безошибочно подсказывает, какие стоит немедленно воплотить в жизнь, а какие как следует обдумать. Друзья охотно поддерживают ваши начинания. Не исключены и интересные предложения, которые вы примете без долгих раздумий. Вы избегаете ненужной спешки, но и напрасно время не тратите. Близнецы. Беспокойный день. Вряд ли удастся сосредоточиться на чем-то одном, даже очень важном. Скорее всего, придется заниматься несколькими делами сразу, удерживая в голове массу вещей. Вам удается ничего не забыть и не перепутать, вовремя решить все срочные задачи. Это производит впечатление на окружающих. Те, кто раньше вас недооценивали, изменят мнение. Не исключено, что с вами захотят подружиться люди, с которыми вы прежде поддерживали лишь чисто формальные отношения. Очень полезно в течение дня делать небольшие паузы для отдыха. Благодаря им вы не будете чувствовать усталости, да и настроение будет улучшаться. Рак, насыщенный день. Дел будет куда больше, чем обычно, порой каждая минута будет на счету. Вы совсем справитесь, если будете руководствоваться собственным опытом и здравым смыслом. Советы окружающих не всегда хороши, даже если дают их от души. Так что подумайте дважды, прежде чем следовать полученным рекомендациям. Есть шанс добиться успеха в делах, которые требуют не столько аккуратности и внимания к деталям, сколько умения видеть ситуацию в целом, оценивать перспективы развития событий. Часто интуиция подсказывает, как лучше поступить. Лев, настройтесь на серьезный лад. Любые проявления легкомыслия сегодня могут иметь неприятные последствия. Даже если вы беретесь за несложные и хорошо знакомые дела, стоит быть внимательнее, что-то может пойти совсем не так, как обычно. Хорошо, если вы будете готовы быстро скорректировать планы, приспособиться к обстоятельствам. День благоприятен с точки зрения общения, вы легко находите подход к людям, понимаете, чего они ждут от вас. Легко завязываются знакомства, вы можете подружиться даже с теми, кто совсем на вас не похож. Дева, не отступайте перед преградами, помните, что они преодолимы. Важно рассчитывать в большей степени на свои силы, чем на чью-то поддержку или везение. Чем меньше вы зависите от других, тем выше шансы достичь успеха. Вероятны удачные совпадения, которые окажутся полезными с профессиональной точки зрения. Некоторые представители знака поймут, что нужно сделать, чтобы подняться по карьерной лестнице. Помните, не все идеи стоит реализовывать немедленно. Иногда полезно продумать свой план для мелочей, прежде чем воплощать его в жизнь. Весы. Хотя день преподносит немало сюрпризов, вам удается сохранить душевное равновесие и спокойствие. Вы не теряетесь, если что-то идет не по плану, быстро реагируете на все, что происходит, извлекаете пользу из любых событий. Можно завершить дело, начатое раньше, или сосредоточиться на чем-то новом, звезды в любом случае будут на вашей стороне. Вечер – отличное время для спокойного отдыха. Вы восстановите силы, почувствуете себя бодрее и энергичнее. Подходит этот период и для того, чтобы поговорить с близкими о чем-то интересном и приятном. Скорпион. День может быть непростым, но вы справитесь со всеми испытаниями, которые он приносит. Часто нужно действовать быстро, на лету принимать решения. Как вы с этим справитесь? Просто отлично. Интуиция подсказывает, как лучше действовать, а благодаря своей фантазии вы находите такие варианты и методы, которые не пришли в голову окружающим. Во второй половине дня вероятны удачные совпадения. Они не только порадуют вас, но и принесут ощутимую пользу.
этот период хорошо подходит для домашних дел, они совсем не кажутся утомительными. Стрелец, будет возможность укрепить деловые связи и наладить личные отношения. Этот день хорошо подходит для поиска единомышленников и союзников, очень разные люди готовы встать на вашу сторону. Могут появиться новые идеи, касающиеся работы. Имейте в виду, их реализация потребует больше времени, чем вам кажется, так что стоит запастись терпением. Вероятны небольшие денежные поступления. Не спешите тратить полученные, запланированные покупки оказываются гораздо удачнее спонтанных. Вечером вероятны хорошие новости издалека. Козерог, ладить с окружающими будет немного сложнее, чем обычно. Но вы наверняка найдете способ избежать конфликтов и сохранить хорошие отношения со всеми. Самые важные задачи стоит решать самостоятельно. В этом случае все будет сделано вовремя и должным образом, в остальных же возможны сюрпризы. Вероятны перемены к лучшему в сфере финансов, денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, возвращение старых долгов. Дома возможны какие-то приятные события. Некоторые представители знака получат приятные известия от друзей и родственников, живущих в других городах. Водолей, не тревожьтесь, этот день не так плох, как может порой казаться. Самое сложное заключается в том, чтобы не растеряться и не потерять голову. Если вам это удастся, то все сложится наилучшим образом. Часто жизненный опыт помогает принимать верные решения, доверяйте ему. Влияние позитивных тенденций, слабое с утра, со временем набирает силу. Особенно это заметно в сфере личных отношений. Поэтому все важные разговоры с близкими людьми стоит отложить до второй половины дня. Вероятны приятные сюрпризы, неожиданные подарки. Рыбы. Благоприятный день, интересный и насыщенный. Интуиция очень остра, она безошибочно подсказывает, чем стоит заняться, на чем сосредоточиться. Рядом есть люди, готовые поддержать многие ваши идеи, помочь в осуществлении задуманного. Совместная деятельность может стать началом долгой дружбы. Удачны небольшие покупки, вы безошибочно выбираете вещи, которые будут радовать. С крупными приобретениями лучше не торопиться. Вам потребуется немного времени, чтобы выбрать из нескольких вариантов лучший. Делайте это самостоятельно, советы не всегда хороши.